13.06, программа «Дневной разворот» продолжается. В студии по-прежнему Дарита Фазлиева. И Анна Лапшина. И гости наши сегодня будут по телефону. Во втором часе мы говорим с представителями кировских культурных площадок, которые либо открылись, либо только собираются открыться после снятия ограничений, коронавирусных ограничений. В предыдущем часе, кстати, да, с бизнесом мы поговорили об ожиданиях и о том, что блуждает в социальных сетях, в том числе некая дата 20 сентября, как время возможного начала введения, опять же, ограничительных мер. Пока власти эту дату опровергают, говорят, что ничего подобного не случится. Бизнес очень опасается, конечно, да, потому что все понимают, еще из весенних вот этих всех ограничительных мер бизнес не выбрался, еще не расплатился с кредитами, еще не вышел там, да, на те обороты, которые были до карантина, до коронакризиса. Та же самая история, насколько я понимаю, и с культурными площадками. То есть те, которые только открываются, они, конечно, в предвкушении, они ожидают зрителей, но зрители, во-первых, отвыкли ходить, это правда. Во-вторых, есть люди, которые, возможно, опасаются принимать участие в каких-то там массовых мероприятиях, куда-то ходить, лишний раз хотели бы посидеть дома, да, не подвергая свое здоровье риску и опасности. На связи у нас драматический театр, насколько я понимаю, заместитель директора Кировского драматического театра Игорь Тарасов с нами. Добрый день. Добрый день. Да, Игорь Витальевич, скажите нам, пожалуйста, вы открываетесь 15 числа? Да, да. 15 сентября мы открываем 144-й театральный сезон. Угу. А что сейчас с продажами билетов у вас? И чем вы открываетесь? Открываемся мы 15 и 16 сентября спектаклем малой формы. Называется он «Тихий шорох уходящих шагов». Это спектакль, который идет у нас на малой сцене театра. С продажами билетов, к сожалению, не все так радужно, как хотелось бы это видеть. Естественно, поскольку спектакль идет, на который мы открываемся, на малой сцене театра, и вместимость зала там всего 60 человек, а по рекомендации Роспотребнадзора мы должны не превышать заполняемость 50%, то, конечно, вот эти 30 билетов мы, естественно, продали, но есть же большой зал театра, где заполняемость полная 700 человек, а в зале должно находиться не более 350. И там, на самом деле, все сложнее. К сожалению, люди приходят, но билеты не покупают. У нас давно открыта касса театра, мы оповещали об этом зрители как могли, и продолжаем оповещать, что касса работает, можно купить билеты и онлайн, если человек не хочет приходить в кассу. Тем не менее, люди пока, я думаю, опасаются. Все-таки многие из них говорят, давайте вот вы откроете сезон 15 числа, а потом мы уже придем за билетами. То есть опасаются покупать билеты, боятся, что не откроется сезон, из-за этого опасаются? Да. Вот скорее всего, да. Скорее всего, да, потому что слухов много ходит, много разных, и в прессе печатаются различные сообщения, различная информация проходит через СМИ о том, что, возможно, и продлят какие-то там ограничения на третьем этапе открытия. Разные сообщения ходят в СМИ, поэтому люди действительно опасаются. А вам никаких просто вот не поступало? Просто покупать билеты, чтобы потом не связываться и не бегать, и не сдавать их обратно. Угу. Ну, а в театр никаких там рекомендаций от Роспотребнадзора, предупреждения о каких-то закрытиях, то есть ничего такого не поступало? Нет, нет, нет. Мы ориентируемся на постановление правительства Кировской области, которое предписывает учреждениям культуры, то есть вот, театрам и концертным залам открыться для зрителя с 15 сентября. Да, других изменений, каких-либо документов мы не получали, и я надеюсь, не получим. Все надеются на то, что все-таки начнет все работать у нас, да, все откроется, и, ну, как-то жизнь начнет оживать немножечко, вот, хотя извините за тавтологию. Очень много обращений к нашему сайту, мы это отслеживаем, много звонков в кассу театра и в администраторскую театра. Люди действительно по нам соскучились, а мы по ним соскучились, наверное, еще больше за это время. Но пока вот продажи идут, к сожалению, очень медленно. Хотя каждый день чуть-чуть
мы увеличиваем продажи. Пусть на несколько билетов, но каждый день идет с плюсом. А вы можете сказать примерно вот в день, сколько покупают билетов сейчас? Ну, мы в первые дни, когда открылась касса, мы не продавали, то есть в течение там 2 недель мы не продавали ни одного билета в день. Сегодня мы продаем, ну, условно говоря, там касса театра продает 10 билетов, но онлайн-продажи немножко больше. На самом деле, как бы это очень удобно, купить билет на сайте, не приходя в кассу, не заморачиваясь ничем. И, собственно говоря, онлайн-продажи это в 2 раза больше, будем так говорить. А с обычным спросом как-то можно это сравнить? Может, люди привыкли за это время к онлайн-режиму в жизни онлайн. Да, мы все ушли в интернет. Игорь Витальевич, да. Дарья спрашивает, а можем ли мы как-то сопоставить вот эти цифры, которые вы называете, со спросом в докарантинное время? То есть примерно там да, сколько было? Да, можно сопоставить, это в 5-6 раз меньше. В 5-6 раз меньше? Да, мы продавали до карантина, мы где-то продавали там 80-100 билетов в день. Сейчас мы продаем вместе с онлайном где-то, ну, 20, может быть, билетов. Вот у меня тогда вопрос. Для того, чтобы театр жил, там, да, и играть не при пустом зале, и там, да, чтобы театр мог зарабатывать, сколько надо в день продавать? То есть вот эти цифры, которые вы называете до карантина. Вот эти 100 билетов, да. Эти 100 билетов как минимум надо продавать, чтобы театр жил, вернулся в нормальное русло и смог заработать себе на существование. А такие вот маленькие продажи, они вообще вам чем-то грозят? Или в случае, если у вас там образуется какой-то финансовый провал, то вы сможете там рассчитывать на помощь Минкульта? Да, конечно, грозят. Вообще, по большому счету, это грозит закрытием театров и концертных залов, как печально это бы не звучало на самом деле, потому что на сегодняшний день театры и концертные залы в городе Киров государственные, они живут за счет полученных федеральных кредитов. Ага. В том числе и наш театр. То есть именно кредиты, связанные с коронакризисом или ранее? Да. То есть всем учреждениям, всем театрам в нашем городе пришлось брать кредиты, чтобы осуществлять свою основную деятельность. Так, простите, пожалуйста. Поддержать коллектив, платить зарплату, платить коммунальные услуги, ну, чтобы существовать. А эти средства, их должен будет театр возвращать или все-таки вам каким-то образом окажется поддержка, или это невозвратные? Это все-таки федеральная программа, и я думаю, что гасить будет этот федеральный бюджет. Понятно. То есть, ну, по крайней мере, хоть это не ляжет на вас дополнительными там затратами, да? Да, но такие кредиты не бесконечные, и помощь государству не может быть бесконечной, мы это прекрасно понимаем, поэтому нас спасти может только зритель, который вернется в наши залы вот буквально с 15 числа. А как актеры готовы ли играть вот при таких полупустых Абсолютно. Залах? Артисты давно уже рвутся в бой, труппа вышла из отпуска где-то в июле месяце, потому что в отпуск мы ушли гораздо раньше, чем обычно. Как обычно, да. Поэтому репетиции идут уже с июля. У нас готовы 2 премьеры, которые спектакли, которые уже давно сделаны, которые ждут своего зрителя еще с весны. Это вот замечательный бенефисный спектакль народного артиста России Владимира Смирнова и заслуженной артистки Ольги Цивилевой, который называется «Надя, Наденька, Надежда», который 18 и 19 сентября мы все-таки покажем, я надеюсь, покажем нашему зрителю. Это премьера нового спектакля художественного руководителя театра Евгения Ланцова «Мама», который выйдет 9 и 10 октября, в главной роли народной артистки России Наталья Исаева. И сейчас репетируются еще 2 премьеры. 2 режиссера театра, Евгений Иванцов и Захар Пантелеев, готовят еще 2 премьерных спектакля, поэтому у нас есть что показать на самом деле. Была запланирована какая-то программа, кроме непосредственно премьер, да, непосредственно спектаклей? Что-то, возможно, пришлось отложить, от каких-то планов отказаться? Ну, у нас есть другие проекты, конечно, которые мы постепенно, я думаю, вернутся к нам. Во-первых, у нас мы отложили гастроли по федеральной программе, большие гастроли, это межрегиональная программа.
они должны были состояться в июне, но их, естественно, перенесли. И вот сейчас мы уже поставлены эти гастроли в федеральную гастрольную сетку с 21 по 25 октября. В Кирове будет русский драматический театр имени Бестужева, город Улан-Удэ, это Бурятия, а мы полетим туда, соответственно, с обменными гастролями благодаря федеральной программе. А, то есть обычно эта история летом случалась? Очень важен. Угу. Игорь Витальевич, вот тут вот коллеги нам пишут в онлайн, что продажа билетов на сайте не работает. Вчера пытались купить билеты, никак не получилось. Вот, посмотрите, там, возможно, есть какие-то проблемы. Да, ничего не могу сказать. Каждый день они продаются. Может быть, какой-то сбой программы. Проверьте, пожалуйста. Посмотрим. Да. Да, там на сайте указаны наши телефоны. Обязательно звоните нам, если у вас что-то вдруг не получилось. Знаете что, там бывает такое. Я вам объясню сейчас. Поскольку у нас 50% заполняемости зала, не каждое место можно выбрать, которое вам захотелось. Потому что если куплен билет, и между зрителями должно быть расстояние хотя бы в одно кресло. Это по, опять же, санитарным требованиям новым, да? Программа блокирует это кресло автоматически. Поэтому, смотрите, если уже билет куплен, и рядом кресло, оно будет заблокировано, поэтому ищите следующее место. А на сайте это никак не отображается, Игорь Витальевич? То есть там нет такого, там просто что занятые места свободны? Там просто стоит блок, но это не каждый может понять, что вот он пытается это место увидеть. Я вот сейчас на сайте нахожусь, и как бы как раз проверяя это, ну, тут не каждый может это понять. Ну, в общем, просто попробуйте выбрать найти следующее место. Другое место, да. Да-да-да-да. Потому что по требованиям Роспотребнадзора, к сожалению, не каждое место мы можем подать. Спасибо. Обязательно между зрителями должно быть расстояние. Вот, спасибо большое. Игорь Тарасов был с нами на связи, заместитель директора Кировского драматического театра. Открывается 15 числа, на следующей неделе открывается театр. Очень ждут зрителей. Есть возможность купить билеты в кассе, есть возможность купить билеты онлайн. Много премьер. Пожалуйста, поддержите наши театры, которые очень по зрителям соскучились. Спасибо. Помнишь, была игрушка такая, сапер, там надо было открывать окошечки. Окошечки, да, если ты не туда нажал, взрывался. Вот. Я надеюсь, что ты предлагаешь эти игрушки внедрить нашим учреждениям культуры, чтобы покупка билетов превратилась в квест. А, нет, это место Роспотребнадзор не разрешает продавать. Так, то да, Будем связываться сегодня в течение программы. Сейчас я просто слушателям нашим поясню, да, с представителями филармонии, который тоже собирается открываться. Мы будем связываться с представителями кинотеатров, которые уже работают, и мы просто вот на их примере попробуем оценить поток, насколько он выше уже тех людей, которые прям пошли уже, да, в кинотеатры. Вот. Но я напомню, что с 15 сентября разрешили работать концертным площадкам, но не всем, а только тем, у кого есть посадочные места, для того, чтобы вот соблюсти вот эту вот меру, расстояние социальное в 1.5 метра. Соответственно, никаких пока концертов, предполагающих нахождение зрителей в партере, танцующим, к сожалению, на танцполе, да, такого нет. Флёра Вовникова с нами на связи, специалист по рекламе Вятской филармонии. Флёра, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день еще раз. Мы с вами уже говорили до эфира. Да, я попрошу вас сейчас нам коротко рассказать. Открываетесь вы 15 числа. С какими площадками и с какими программами? Ну, в первую очередь хочу сказать, что Вятская филармония, конечно, 15 сентября открывает на 3 площадках свой 63-й концертный сезон. Хочу отметить, что в Большом зале в 18 часов у нас будет концерт «Спасибо, доктор». Вятский оркестр русских народных инструментов имени Шаляпина для медицинских работников дает бесплатный благотворительный концерт. В программе солисты Вятской филармонии, приглашенные артисты, прозвучат произведения русских зарубежных композиторов, песни известных кинофильмов. И, конечно, мы посвящаем этот концерт как благодарность медицинским работникам. То есть туда, на этот концерт попасть обычный зритель не может? Это концерт Нет, вот такой конечно, закрытый? Нет, конечно, это пригласительные билеты мы уже передали в департамент здравоохранения через Министерство культуры, и там уже лучших специалистов
командируют. Да, да, медицинских работников, врачей, медицинских сестер, все, кто вот сейчас на передовой. И это мы малое, что можем сделать. И я считаю, что и коллектив Вятской филармонии считает, что мы переживем эти неблагоприятные времена. Еще не такие времена переживали. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, Шостакович в блокадном Ленинграде исполняли его симфонию, и полуголодные артисты, музыканты, полуголодные зрители сидели в полуоборочном состоянии, еще не такое переживали, поэтому коронавирус мы переживем. А мы, в свою очередь, готовы принять зрителя, и 15 сентября уже в Малом зале параллельно с этим концертом будет проходить концерт музыки Антонио Вивальди. Это произведение на все времена. Вятский оркестр камерный исполняет знаменитый цикл концертов «Времена года». Угу. Солист Кирилл Запольский. Это цикл концертов «Весна, лето, осень и зима». Интересно, что Антонио Вивальди сопроводил музыку своими текстовыми комментариями. Они также прозвучат в этой концертной программе, предваряя исполнение каждой части цикла. Так что приходите, стоимость билетов 400 рублей. Билеты продаются уже достаточно активно на этот концерт. Дальше в этот же день у нас в органном зале в 18 часов солиста Вятской филармонии Илья Рязаев исполняет концертную программу. Поэтому тоже музыка итальянских композиторов эпохи барокко. Приходите, мы будем очень рады. Да, Флюра, а возрастное ограничение всех этих концертов, оно какое? 12+. Ну, традиционное такое для музыкальных. Да. Мы начинаем пока что со взрослых концертов. 16 числа, кстати, в органном зале, вот, ну, я его как бы анонсирую, но уже на него практически нет билетов. Мы также повторяем вот этот цикл концертов Вивальди «Времена года». Единственное, что там дополнение еще орган будет принимать участие, то есть произвучат органные произведения. А все концерты сейчас по рекомендациям Роспотребнадзора идут 1.5 часа. Без антракта, да. Ну, где-то вот в среднее, говорю, 1.5 часа, 1:20, 1:30. Люди приходят, естественно, на входе мы их встретим, будет и санитайзеры, и, пожалуйста, замер температуры. Ну, термометрия, это модное слово. Да. Вот. Флёра, почему без антракта? Ну, это рекомендация Роспотребнадзора. Вы знаете, просто люди будут рассажены через одно, через место там парами можно, можно через одно место, если люди незнакомые. А без антракта, чтобы было, ну, меньше контактов, то есть туда-сюда гуляний, то есть пришли, сели, отслушали программу, насладились музыкой, закончилось все и пошли по домам. Угу. То есть, чтобы не пересекались, ну, лишний раз, да? Да, ну, меньше, угу. Да, пересечение это вот бывает в основном, вот это же санитарные комнаты, так скажем, буфет, и это просто минимизируется, хотя мы же с вами ходим каждый день в магазин. Да, мы все понимаем это, да, 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 кто-то возможностей видит, подхватить вирус у нас предостаточно. Мы как раз ограничиваем эту возможность, и в первую очередь мы отсекаем на входе. Флёра, то есть вы посетителей с температурой не будете пускать? Нет. Вот если люди приобрели, вот моя рекомендация, наша рекомендация Вятской филармонии, если вы даже заблаговременно купили билет, и вы себя не очень хорошо чувствуете, вы, может, купили его через интернет, через сайт, через другие какие-то порталы, пожалуйста, позвоните нам по телефону, скажите, что вот на такое-то место я тогда-то приобрел, или у распространителя, или я приходил в кассу, но я чувствую себя не очень хорошо. Как мне можно поступить? Мы идем навстречу зрителю. Мы понимаем, что, ну, жалко денег. И сейчас даже это, если человек сам побежит сдавать билет, это ничего хорошего никому не принесет. Я думаю, что это будут не такие частые, но единичные случаи. Мы готовы по этому билету человека потом провести на другой концерт, согласно ценовой политике. Угу, давайте мы вот так договоримся. Мы не звери, мы понимаем, что вот такая ситуация. И мы готовы, пусть человек сидит дома, он позвонит нам, скажет, что я не смог. Единственное, что мы запишем координаты, фамилию, имя, отчество человека, ряд и место, где приобретал.
И в следующий раз он с этим билетом, он нам заранее позвонит. Я хотел бы посетить такой-то концерт. Возможно, возможно. Пожалуйста, сделаем отметку, выделим место, придет человек спокойно слушать концерт. Главное, чтобы вот предупредил. Но, Флёра, вы говорите, что билеты практически проданы вот на концерт в органный зал, если я понимаю. В органный зал, да, уже все. Он, вы понимаете, что органный зал не такой у нас и большой. И при том, что мы делаем посадку в 50%, то эти билеты ушли просто за 2-3 дня. Но мы, люди, которые хотят послушать Вивальди, может, они не сразу увидели, что на сайте есть еще концерт 15 числа, это тоже Вивальди, можно посетить этот концерт. Кроме этого, я еще хочу сказать, что в сентябре у нас еще два важных мероприятия. Значит, в этом году оркестр имени Раевского исполняется 60 лет симфоническому оркестру. И начинается у нас целый фестиваль, посвященный этому, этой дате. 24 сентября в 18 часов на сцене Большого зала филармонии праздничный концерт открытия межрегионального музыкального фестиваля Вятскому симфоническому оркестру имени Валерия Раевского 60. Там тоже 12+ ограничения, да? 12+, да. И мы начинаем этот фестиваль, показав своих солистов из оркестра. У нас солистами будет Юлия Жданова, Елена Иванова-Летягина, Кирилл Запольский, Эдвард Юшин, Сергей Огородников, Фагот. В качестве солистов также выступят и дирижеры оркестра Константин Маслюк и Евгений Дробахин. Да, Флёра, спасибо большое. Я прошу прощения, да, я вынуждена вас прервать. У нас просто не так много времени. Мы обязательно про мероприятия и про те концерты, которые будут в филармонии, расскажем более подробно, сделаем отдельный эфир. Скажите, пожалуйста, можно ли те цифры по продажам билетов, которые сейчас есть, сопоставить с докризисными временами? То есть они совпадают примерно, вот спрос на билеты, да, или нет? Да, ничего мы сильно не повышали никаких цен. Нет, я имею в виду по количеству продаж. По количеству продаж, ну, немножечко, конечно, притормаживает, потому что люди еще не все в городе. Вот даже мы побежали, распространители по билетам, кто-то еще не готов, кто-то еще не приехал в город, кому-то звонили, кто-то, наоборот, еще уезжает. Поэтому чуть-чуть мы немножко отстаем с прошлого года. Но это и закономерно, потому что мы ведь и немножко позднее начали раскручивать все концерты. Но провала нет вот такого, что прям вообще зритель не идет. Такого я думаю, что с этим вы не столкнулись. Хорошо. Да. У нас будет 26-го еще юбилей Чубарова, тоже хороший концерт. И на него огромный спрос, я вам скажу. Огромный спрос. Билетом. Да, Флёра, да, спасибо большое, мы очень рады за Вятскую филармонию, на самом деле, да, что у вас, ну вот просадки такой по зрителям нет, что люди соскучились по музыке, по хорошей площадке, и люди идут. Да, спасибо большое, напоминаем слушателям, если вы плохо себя чувствуете, пожалуйста, не ходите на культурные события, да, есть возможность, идут на встречу, есть возможность дать либо поменять билеты. Спасибо большое, у меня просто сейчас вот предложение такое, может быть, мы пораньше немножечко пойдем на рекламу, чтобы не прерываться со следующим нашим спикером. Да, сейчас реклама, тогда и вернемся. Программа «Дневной разворот» продолжается. Мы с Даритой Позлиевой продолжаем связываться с представителями наших культурных площадок, которые уже открылись, либо только собираются открыться. Да. Смотрим изменения ситуации в связи с теми ограничениями, которые были введены. Я вот с удивлением узнала, что Роспотребнадзор, оказывается, контролирует еще и продолжительность культурных мероприятий. Вот максимальная длина. И отсутствие антрактов. Да, а интересно, вот для кинотеатров это... Ну а как, в кинотеатре ведь ты не можешь фильм оборвать там, да, за 10 минут до финала? Ну вот опять получается какие-то двойные стандарты. То есть концерт должен быть не больше 1.5 часа, а в кинотеатре можно сидеть столько, сколько идет фильм. А вот мы сейчас выясним у нашего следующего спикера. Я надеюсь, что Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена» и «Дружба», в ближайшее время выйдет с нами на связь. Вот, мы спросим, как это регламентируется и регулируется, есть ли такие требования Роспотребнадзора именно к кинотеатрам. Саша, добрый день.
Добрый-добрый. Добрый день. Да, Александр Сухарев, менеджер кинопроката, кинотеатров «Смена и дружба». Саш, вы уже работаете, да? Слава богу, да, вы открылись раньше, чем остальные культурные площадки. У вас появилась возможность все-таки там, да, принимать зрителей. Можем ли мы сейчас вот эту ситуацию, которая есть, ну, несколько описать? То есть насколько она отличается от обычной до там, карантинной ситуации? Что с продажами билетов? Да, смотрите, то есть если мы говорим о посещаемости, да, вообще о потоке, то он пока средний, если не сказать хуже пока. То есть у нас нету прям больших радостных аплодисментов от того, что все идет здорово. Но это связано, я думаю, что вообще с большим количеством факторов. Если интересно, могу рассказать. Да, конечно. Да, ага. И здесь. Ну вот, у нас, то есть, получается, ну, вообще, во-первых, сентябрь в кинопрокатном деле всегда был достаточно плохим месяцем, да, так скажем, именно по посещаемости, связанным с тем, что все-таки дети только что вышли в школу, студенты только что вышли учиться, кто-то еще только-только заходит в университет, начинает учиться. Вот, родители детей и студентов, опять же, потратились на то, чтобы собрать всех в школу, в университеты, и, соответственно, семейные бюджеты сильно опустели, да. И в связи с этим на сентябрь никогда не делалось большой ставки ни у прокатчиков, ни у кинотеатров. Хотя старались. Вот, это первый фактор, который вообще, я думаю, что основной. То есть мало того, что сентябрь плохой, да, у нас еще и добавилось к этому то, что сейчас запрещены многие коллективные выходы. То есть если со второй, третьей недели обычно в кинотеатрах появлялись школьники, в том числе и группы студентов, да. То есть это организованные группы, да? Угу. Да, все верно, да, организованные группы, да, которые... все-таки есть классные часы, да, какие-то мероприятия для сплочения класса. Вот они первые две недели адаптировались, да, все, там, даже чуть меньше, там они буквально 10 дней, и выходили уже в какое-то первое посещение. Сейчас, к сожалению, таких, я думаю, что прям больших именно посещений коллективных наблюдаться не будет в связи все-таки с эпидемиологической ситуацией текущей, да, то есть, соответственно, учителя, я думаю, что побоятся все-таки вести своих подопечных на коллективные мероприятия. Это второй фактор. Вот. И третий фактор, естественно, это еще инерция. То есть, ну, представляете, да, у любого события есть инерция, то есть, когда люди к чему-то привыкли, они ходили в кино, смотрели, следили за новинками, следили за выходами фильмов, и вдруг получается, почти на 5 месяцев, да, за этим всем не надо, уже, ну, отпала необходимость просто следить. Отвыкли, да, просто. Отпала. Да, отвыкли. То, что называется, да, действительно отвыкли. И сейчас происходит как раз вот то самое инерционное движение зрителя, когда он только заново еще привыкает, что, оказывается, кинотеатры-то работают, можно же что-то сходить посмотреть. То есть они уже не рассматривают кинотеатр как какое-то функционирующее, да, предприятие, которое готово принять, обеспечить досуг и отдых. Они все-таки еще-таки в сомнениях, все зрители, что вообще работает ли кинотеатр-то, а есть ли там что-то. Да, то есть они не следили за репертуаром. Ну и, естественно, с репертуаром в связи с этим тоже была до текущей даты определенная проблема. То есть никто в связи с малым количеством открытия кинотеатров, с неопределенностью в некоторых областях, имеется в виду Российской Федерации, не могли они выставлять топовые фильмы, да, то есть все эти блокбастеры, которые мы так любим, и, соответственно, не такие известные фильмы находились в прокате. И даже если человек посмотрел, вроде как, ну, я фильм не знаю, тут еще вот обстановка, да и денег немного. Кинотеатры уже не те. Да, кинотеатры уже не те или еще пока не те, да. Вот, и он принимает решение, скорее всего, о непосещении или посещении в будущем времени, когда что-то выйдет. Вот, соответственно, мы ждем, когда вот эта вся, весь этот период инерции, как у прокатчиков, так и у зрителя пройдет. Ваши ожидания, примерно к какому времени это должно случиться? Я очень надеюсь, что это случится к концу сентября, когда... всем известная магическая дата, там вот какая-то есть 20 сентября, когда все говорят, мы все закроемся. Судный день. Да, все пойдет заново, да.
все волна закрытий. Я надеюсь, что вот как раз 20 сентября где-то пройдет, все немножко подуспокоятся, и уже с новыми силами, с новыми, как говорится, и финансовыми возможностями, так как придут уже стабильные зарплаты и прочее от работающих предприятий, и будет и поддержка со стороны уже и кинопрокатчиков. Так, например, 24-го выходит «Стрельцов», спортивная драма от тех же ребят, которые создавали Т-34, «Движение вверх». Mm-hmm. То есть я полагаю, что сможет он собрать все-таки наш российский зритель любит нашу российскую спортивную историю и спортивные драмы. Ну все, 24 числа мы ждем. Да, Саш, еще такой вопрос. Нам тут вот представители театров и концертов, да, филармонии драма, да, говорили о том, что есть некое ограничение от Роспотребнадзора по длительности концерта там или еще чего-то. Вот по длительности фильма ведь это не регулируется никак, то есть тут невозможно... Нет, в нашей стране по длительности фильма это не регулируется. Так, например... В Китае стоит регулировка, да, это в китайских кинотеатрах стоит регулировка, фильм не должен продолжаться более 2 часов. И то я что-то перестал следить, и, может быть, ее убрали в связи с тем, что все-таки довод вышел, он 2:30. У нас в кинопрокате такого нет, то есть любая продолжительность фильма у нас прокатывается полностью. В середине фильма мы фильм не выключаем, антракт не устраиваем. Спасибо большое. Александр Сухарев, менеджер кинопроката кинотеатров «Смена» и «Дружба», был с нами на связи. Обязательно начало там вот премьеры и такого большого сезона кинотеатров мы обязательно осветим в программе «Культ поход». Связываемся со следующими нашими спикерами. У нас на очереди 2 музея, и на самом деле не так много времени остается, всего 7 минут у нас остается на каждого, там буквально по 3 минутки. Да, во-первых, галерея «Прогресса», которые вот в ожидании сейчас, да, зрителя своего. Мы сейчас у Дмитрия Шиляева, руководителя Центра современного искусства галереи «Прогресса», спросим о том, вообще, когда они собираются открыться и с чем они собираются открываться, потому что галерея «Прогресса» обычно, ну, лето это, да, это фестиваль, лето и осень, фестиваль кино под открытым небом, обычно в парке «Аполло» это все проходило. А нынче, насколько я понимаю, этого не будет. Дмитрий Шиляев, добрый день. Да, Аня, добрый день. Ага, Дмитрий, у нас не так много времени, к сожалению, всего 3 минуточки, поэтому очень коротко. Скажите, пожалуйста, когда вы открываетесь и с чем вы открываетесь? Ну, мы будем открываться в октябре, я думаю, что или конец сентября, потому что надо понять, какая будет ситуация, чтобы не открыться и закрыться. А с той же выставкой нам хотелось бы на том проекте, которым мы вынуждены были завершить экспозицию для демонстрации людям, его начать, его им же продолжить. Эта выставка посвящена Аркадию Рылову. Называется она «Романтика Рылова». Там участвует очень много художников, тема ее «Пейзаж». Вот посвящена абсолютно творчеству Аркадия Рылова. Да, Дмитрий, напомните, пожалуйста, возрастное ограничение. По-моему, 0+ там был, если я не ошибаюсь. Да, 0+ точно. Угу. Там тема как бы пейзаж, к тому же, поэтому там ничего такого нет, что нельзя смотреть детям. Дмитрий, посетители ваши постоянные, возможно, уже кто-то проявляет интерес, спрашивают, когда откроетесь, что будет. Можно как-то спрогнозировать вообще пассажиропоток, господи, количество посетителей, да, кто количество придет? Зрителей. Вы знаете, в интернете нам, конечно же, везде пишут. И не только по поводу выставки, а выставки из разных городов, потому что едем через раз город и как бы очень хотим посетить, например. И местные люди звонят, кто просто на телефон и пишут в соцсетях. Поэтому, да, вот, ну, открыться хочется, но вот надо поймать момент, чтобы, я говорю, чтобы открыться и продолжить работу, просто а вот не закрыться. Какая-то совершенно разная, как бы, по ощущениям складывается ситуация там в разных культурных учреждениях, да, там, например, драмтеатр испытывает определенные трудности с продажей билетов, потому что люди боятся, что они купят билеты, а спектакль не состоится ввиду вот этого вот мифического 20 сентября. А вот, например, слушатели филармонии, такое чувство, что вообще ничего не боятся, вот, и как-то вот непонятно, знаете, да? Дело в том, что здесь, ну вот, я думаю, что вот мы с Аней вчера разговаривали немножко об этом. Да. Тут ведь студенты еще, к тому же, да, сейчас учеба и их родители, которые детей в школу привели, поэтому я думаю, что в этом еще причина. Ну и, конечно же, вот мы созванивались, когда открылись кинотеатры, то есть люди говорят, что в кинотеатре народ шел через неделю после открытия не массово, скажем так. Поэтому... А мы же все-таки многопрофильная площадка. Мы же показываем не только выставки, мы показываем кино, у нас проходят спектакли, у нас проходят лекции. Поэтому
И открываться только под выставку, это было бы неграмотно и немножко как бы неуместно. Нужно открыться в том же формате, в котором мы существовали до. Поэтому мы ждали, когда откроются микротеатры, теперь как бы они открылись, и мы думаем, ну ладно, сентябрь, а сентябрь – начало учебного года, студенты пока заняты, после 20 числа будет понятно по всем вопросам, которые у нас на сегодняшний день открыты, и по ним ответа нет. Дмитрий, ну мы вам, наверное, сейчас, Аня, пообещаем то же самое, что филармонии отдельный эфир по всем вашим мероприятиям. Да, мы, разумеется, все это будем анонсировать, как только наши площадки будут открываться. Дмитрий Шиляев с нами на связи был, руководитель Центра современного искусства галереи «Прогресса». Пока сворачиваем разговор с Дмитрием, но обязательно вернемся и анонсируем. 2 минуты у нас, да, остается до конца эфира. Давайте 3 минуты. Давайте попробуем все-таки связаться с краеведческим музеем, да, потому что краеведческий музей уже открылся. У краеведческого музея, кто из кировчан не знает, еще много площадок, да, то есть это не одна там точка, да, и мы можем хотя бы, ну, приблизительно картину составить по количеству тех зрителей, которые сейчас на музейные именно площадки идут. Вот у меня есть ощущение, что это просто разовые посетители. Возможно, я ошибаюсь. Не знаю, вот жду сейчас. Должен нам продюсер наш маякнуть. А ты вот сама уже куда-нибудь выбиралась? Я никуда не выбиралась, к сожалению, большому, потому что я очень долго работаю. Обычно в это время площадки уже закрыты. Артем Маркелов с нами на связи, директор Кировского областного краеведческого музея. Артем Владимирович, добрый день. Добрый день. Да, у нас вот буквально 2 минуты, я прошу прощения, но тем не менее. Нормально. Можете сказать нам, вот общая картина, вы уже открылись, вы работаете, да? Да, с июня, да. По количеству посетителей, вот можем мы сопоставить с прошлым годом, например, больше их, меньше? Нет, конечно. То есть это посещения упали, бесспорно. То есть это еще и зависит от того, что у нас музей большой. Это помимо главного здания, это диорама, музей воинской славы, дом музея Салтыкова-Щедрина, музей Грина. Приведу вам только 2 цифры. Ну, у нас, например, если в несколько, точнее, цифр, если предыдущие, скажем, годы в главное здание приходило там более 100 человек, а выходные там 200, да, а, например, там вот нынче, там несколько, 1,5-2 недели назад, там примерно 82 человека, это уже рекорд. При этом, например, вчера в главном здании было 45, а в музее Салтыкова-Щедрина ни одного. И, соответственно, это же все влияет на позицию музея в целом, вот так. Так, а как вы вот из этой ситуации выруливаете? Ну вот вы как-то привлекать пытаетесь зрителей, аншлаги, еще что-то? Да, стараемся рассказывать о выставках максимально, значит, чтобы люди приходили, да. Это вот такие проблемы, чтобы люди шли в музей, шли с семьями, шли, звали, значит, своих знакомых, друзей. Если главное здание Скианон, оно в пешеходной зоне, очень много приезжих, кстати, вот. А с другими, скажем, там у нас музеями, да, определенные проблемы существуют. Есть. Поэтому, такое. Да, работаем над этим. То есть это некий такой, знаете, эта ситуация вот для нас, она выявила слабые стороны, которые пытаемся решать бесспорно. Спасибо большое, Артем Владимирович, за информацию. К сожалению, вынуждены уже прерывать эфир. Прощаемся с директором Кировского областного краеведческого музея. Ну и мы Артем с вами тоже Маркелов был с нами сворачиваемся, на связи, да. Потому что время наше все.